Итак, сегодня у нас суббота, 11 мая. Я нахожусь на тропе здоровья и иду в сторону нашего любимого колодца. Надо набрать хорошей воды. В празднике я проболел, подцепил какой-то ротавирус, непонятно. Кашель, температура, глотать невозможно было. Ну, сегодня вроде полегче. Надо прогуляться. Посмотреть, что у нас с тропой здоровья. И набрать вкусной воды. Видите, какая красота у нас. Снег хрустит. А мы идем вперед. Солнышко проглядывает где-то там. У нас вернулась зима, весна уходит. Только пришла и уходит. Уже собрался народ, наверное, картошку садить. Скоро уже почти можно было садить ее. Но опять снег. Зато какая красота в лесу. Ох, красотень в мае месяце. Середина месяца, почти мая. Елочки как в Новый год. Нарядные стоят. Что-то с природой не то. Перевернулось немножко. Сейчас дойдем до наших качелей. Посмотрим. Покачаемся. Да, классно гулять. Идешь, все хрустит под ногами. Лес точно зимний. Зимняя сказка. Вот такая тропа здоровья у нас. Идем по лесу. Кормушки. Любимый сок Кормушкин. Тут только ходила собачка, наверное, по этой тропе сегодня. А может, какую-то дверь ночью. Вот такая сосна. Постоим под елочкой, подождем немножко. Повалил снег внезапно. Он должен пройти быстро. Он то есть, то его нету. Здесь вроде хоть не так дует. Напрямую.
сейчас мы напишем что-нибудь на снегу сверху. Итак, мы сделали небольшую отметку на камень желаний. Сегодня у нас 11 мая. Мы были здесь, на тропе здоровья. 11 мая 2024 года. Суббота. Камень желаний. Там уже покачалась женщина на качелях, приходила сейчас, пошла дальше. Сейчас мы покачаемся немножко, попробуем наши качельки, испробуем. И за качелями специально такая, с сидушкой вот такая подстилочка сухая. Ложим и качаемся. Вот так классно получается. Сейчас пойдем за водой. Отметку сделали на качелях. Супер погода сегодня. Можно гулять, смело идти. Посмотрим поезда, как проходят. Помашем рукой. Нам, может, посигналят, как обычно. Все, до связи. Не переключайтесь. Смотрите дальше нас. Всем привет. Я покидаю эти царские качели рядом с камнем желания и иду по тропе за водой. Видите, сколько следов. Народ уже тут ходил с утра. Я просто долго спал. Вот наш камень желаний. Тут скамеечка есть такая маленькая сделана, лавочка. Вся в снегу. 11 мая. Поле проходим, как всегда, с правой стороны. Ветер тут поднялся на открытой местности. Нос заложило, говорить еще не очень удобно. Скоро будет железка. Будем встречать поезд. Пригородку, наверное. Так, тропа сворачивает. Да, перед майскими праздниками я ходил за водой. Здесь муравейник. Бегали муравьи вовсю. Сейчас они в таком снежном покрывали, укутаны. Вот шиповник. Да, муравьям не повезло. Вышли на работу и все. За свой счет отгулы взяли. И так, наверное, на неделю еще. Такая погода будет примерно. Отдохнут. Зиму отдыхали. Еще пару неделек отдохнут. Ну, может, клещей не будет. Надеюсь. Сейчас хорошо гулять по лесу, кстати. Нету клещей. Может, прививку не делать, смело гуляешь. Ни одного клеща вольера нету. Да такая природа, красота. Уже сок березовый брали. Все, теперь по-новому придется брать. Вторая весна будет опять. Люди уже на лыжах-то стали опять катаются. На ватрушках. Кто на чем? На снегоходах. Вот так у нас праздники проходят. Так, мы уже идем вдоль железки. Сейчас будет водная преграда небольшая. Посмотрим, что с ручьем творится. В
ключей немножко обмелел, да, вода спала. Да, совсем маленькая стала вода, видите. Маленький ручеек. Все-таки мы дошли до нашего колодца, вернее, я дошел с рюкзаком и канистрой. Сейчас посмотрим. Вот уже за праздник ведро упало, оторвало. Сейчас глянем. Опа! Нет, все на месте. Все есть. Сейчас будем набирать воду. Достанем канистру и наберем воды.